Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я с СМЛУ. В структуре я, конечно, подписана в феврале месяце. Но, надеюсь, в сентябре закрою пятую звезду. Сдала. 8 лет. Имею сына взрослого, внучке 20 лет. Ну, так. Ну, в остальном все прекрасно, хорошо. Рада, что еду. Еду, правда, первый раз, но по миру пришлось ездить. Я бывшая визовик. По миру ездила очень часто, много, и за границей, и здесь, по России. Но благодарю Бога, что так вот меня наставляет. И благодарю Тинши. Я и вообще даже подписывалась за здоровье само по себе, это в первую очередь. Ну и с намерением попасть в Китай. Здесь первый раз, не боюсь, уже не первый. Все, хорошо.